палы. Не, у меня сейчас в натуре бэбах из голодухи. Оп! Ай, мля! Смотрите, Бэбэ делает ролик по сталкеру, чтобы налутать шекели. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные новички. С вами я, ваш верный друг, радиоактивная Кега. И сегодня я, короче, играю в сталкач. Какой-то очень необычный мод на Ведьмака. Поскольку вы у меня люди не глупые, я поясню, что видосиком по сталкачу я хочу расслабиться, хлебнуть охлажденки, ни о чем не думать и сделать типичный такой тупой ржекичный ролик. Плюс, что уж греха таить, ролик по сталкеру позволит хоть немного добустануть стату канала. Да кому ты врешь? Ты играешь в сталкер тупо ради бабок, тебе эта игра даже не нравится. А вот и нет, игра мне очень даже нравится, ровно как и Skillbox. Skillbox — это замечательнейшая образовательная платформа, именно тут тебя ожидает. И интереснейший курс геймдизайнер, на котором тебя будут создавать игры, и не только. Благодаря тамошним преподавателям и кураторам практики из iSpeak Lodge, Provoza, District Zero и других, ты освоишь работу с популярными движками, и речь не только про Unity, но и про Unreal Engine 4. Главным принципом курса геймдизайнер является формула «минимум теории, максимум практики». Начни работу над своим портфолио уже с первых месяцев обучения, и спустя целых 5 курсов различных направлений сфер геймдева у тебя в портфолио окажется целых 5 работ. Ты узнаешь буквально про все, от придумывания сюжета, персонажей и продумывания геймплея до работы с движками, моделинг и продвижения проектов на игровом рынке. Плюс ко всему этому, ты бесплатно присоединишься к комьюнити лучших пользователей геймдев направления. Перспектива познания экспириенса командной работы очень даже радует. Skillbox насчитывает более 150 тысяч пользователей по всему миру, а это максимальная гарантия доверия. Но если тебе и этого мало, то знаешь, что только на Skillbox действует правило «учись сейчас, плати потом». Первый платеж через 6 месяцев обучения, плюс тебе гарантированно окажут помощь в устройстве на работу по окончанию обучения. Skillbox! Регистрируйся на курс по ссылке в описании под роликом и двигайся в сторону своей мечты уже сейчас. Играть я буду снова в Stalker Anomalia. У меня уже был по нему пробный ролик некоторое время назад, где я продегустировал его на вкус. На вкус он оказался словно апельсин с томатной пастой. Имеется реализм, симуляция, возможность играть, умирать, страдать, плакать, а еще создавать своего персонажа. Я же, как вы знаете, являюсь лютым поклонником ролеплея, так что знаете, сегодня я окажусь в шкуре матерого сталкера Миколы. На деле он является украинским ветераном боевых действий, которого выперли из страны за то, что в день, когда к Зеленскому приехала делегация из Британии, он стоял под окном с надписью «Зеленский Love Cox». Свидетели говорят, что в тот день охрана президента гнала Миколу пинками до самой границы. Ныне же он буквально чилит на зоне и ни о чем не жалеет. Ну шо, туристики, пришли на зону нечисть пострелять до паров ли? Да, эх, молодые вы. Пороху не нюхали, артефакты не щупали, не натирались калом псевдосмешарика, но ничего, Микола вас проведет. Но кстати, то, что я Микола, еще не значит, что я украинец, поняли? Мое имя пишется на латинице, а значит я поляк. Во-первых, будьте внимательными, смотрите, не нарвитесь на... Ай, бха! Это засранцевый всраторыл, он не представляет никакой опасности. Мужики, я умираю. Кишка наружу лезет и далеко не через живот. Мне срочно нужны бинты, но их у меня нет. Бежим к торгашу. Фук, наконец-то добра. Зацепило меня. Уи. Какого? Ого, чернобыльский мини-пик. Пацанва, цените такие моменты, и речь не только про посиделки у костра, но и про высокие материи чернобыльского бытия. Я, кстати, рассказывал, как я рядом с монолитом насрал. Лично я никогда не устану играть в сталкач, и дело даже не в модах, которые до сих пор продлевают игре жизнь и являются бесконечным источником контента. Речь больше про атмосферу и достаточно необычную реиграбельность. Даже оригинальные сталкеры можно переигрывать раз за разом, буквально каждый раз. Игра способна генерировать абсолютно новый опыт. Да даже если ситуации и повторяются, то все равно кайфуешь. Честно говоря, очень мало игр могут подобным похвастаться. А какое в сталкере небо! А все-таки мы копили на свой дом.
чтоб у речки и лес рядом. И не радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Знали бы вы, каким для меня стал шоком факт, что в данном моде есть главная сюжетная ветка. Мало того, сама сюжетная ветка вполне тянет по качеству на полноценную часть, ну или хотя бы на добротный спин-офф. Или хотя бы ментовский сирик. И это особенно поражает, когда ты понимаешь, что происходящее буквально происходит в тех же самых декорациях. Главным героем, по сути, является игрок, который, по сути, является простым, безымянным работягой. Так что вполне легитимно считать, что главный герой — псевдополяк Микола. По сюжету, после событий оригинальных игр прошло достаточно времени. Но вот зона не сказать, что поменялась. Группировки до сих пор воюют, выжигатель мозгов вновь работает на всю катушку, а сам народ вновь поглядывает на ЧС. В очередной раз то и дело поговаривают о клондайке артефактов, и именно в один из таких дней наш Микола подходит к Сидору, дабы поболтать о возможной работенке. Сидорович, я слышал, у тебя есть довольно интересное предложение по части славы и денег. А что насчет исполнителя желаний? Можешь ли ты мне помочь найти его? Ты чё, дурак, блядь? Сидор поясняет, что всякие исполнители желаний, ровно как слух, что среди свободовцев есть фури, чушь полная. И вообще, вместо того, чтобы сказки слушать, работал бы лучше на этого бункерного деда. Ведь именно работая на Сидора, можно заработать. И именно тут слово за слово, закусь без тоста, член в уста, заходит речь про меченого, который стрелок, который Dead Inside. Оказывается, что совершенно внезапно этот юродивый вновь вернулся на зону спустя столько времени. Только вот никто совершенно не понимает, а нахуй, а зачем? Ему тут медом намазано, что ли? И раз уж пошла такая пляска, именно нашего Миколу Сидор отправляет кабанчиком на поиски стрелка, ибо тот якобы так нормально и не пояснил, что он там видел на ЧС. А раз уж здесь, то пусть заглядывает на рюмку чая и кружку пиво Невское. Первым шагом в этом деле будет поход в гости к старому знакомому стрелка, доктору, который по имеющейся инфе на данный момент засел в самой жопе на болотах и ныне работает спецом по лечению собак и вправлению членов. Как самый разумный человек, я решил пока что не торопиться с походом, ибо болото в Сталкере сравнимы разве что с болотами в Dark Souls, Sekiro, Elden Ring и прочих китайских мобилках. Сначала надо бы бабос заработать, снарягу прикупить. Иначе до доктора Микола не то что не дойдет, но даже не доползет. Эх, я Микола, люблю красивое небо, но особенно небо я люблю во время выбросов. Я с него просто конь. Балдеж! На зоне занятий абсолютно достаточно. Микола зарабатывал на истреблении живности, бандитов, вождению туристов по разным точкам и даже сражался на арене. О, псевдособака! Я слышал, Ашот из таких шурму вкусную крутит! Именно во время одной из активностей наш Микола умудрился завести знакомство с замечательным Дмитро по кличке Сухарь. По заданию его надо было спасти и довести до заказчика, однако срок на выполнение задания был успешно просран, а потому заказчик просто взял и отказался от бедолаги Сухаря. А потому этот чел ныне как банный лист прилип к Миколе и отказывается ливать. Прости, Сухарь, но тебе лучше от меня съеб... Нам не по пути, прости, ты бездомный, а я во сне гроулю. Я тебе серьезно говорю, прям реальный Black Death Metal выдаю, испугаешься? Ладно, гроулю я жопой, но ситуация от этого краше не становится. Ну ладно, давай тогда со мной будешь, только смотри по мне, случайно не шмальни. Именно так и началась чудесная дружба между этими двумя аутсайдерами по жизни. Первый день работы с Сухарем, пацан нормальный, ну чё уж греха таить, туповат. Еще есть подозрение, что он бывший свободовец. Причиной для таких мыслей являются частые заклины в мозгу. Эй, ты чё творишь, дурак, ты чё? Видимо, это следствие длительного употребления опиоидов. Запомни, Сухарь, в зоне тебя ничто не удивит, если ты будешь просто жить с мыслью, что взрывы то тут, то там, это норм...
Ёб твою мать, это что было? Сухарь, а знаешь, в чем разница между зоновскими военными и обычными фури? Если я буду убивать военных, то никто не будет против, а если фури... Так, стоп. Это не разница тогда, подожди. Я, кстати, говорил, что раз мое имя Микола, это еще не значит, что я украинец. Я поляк. У меня дед поляком стал после того, как в Польшу вторг. Кстати, вы же ведь установили себе плагин для показа дизов на ютабчик. Просто напоминаю, что такая штука есть. The more you know, так сказать. Раз уж пошла такая пьянка, именно с сухарем наш Микола пошел на поиски болотного доктора. Были предприняты попытки пойти окольными путями. Правда, сухарь то и дело боялся лезть в воду. То ли он боялся и сухаря в мягиш превратиться, то ли знал, что стоя по пояс в чернобыльской воде, можно кукайки облучить. В итоге с горем пополам доктор был найден. Оказалось, что он ведет максимально аскетичный образ жизни. Спит на пропёрженном матрасе, сыт цинковое ведро, ест с лопаты. Сам же дед оказался весьма дружелюбным. Особенно таким он стал, когда узнал, что стрелок вернулся на зону. Видимо, даже для него эта новость оказалась достаточно внезапной, хотя он сам для меченого не такой уж и чужой человек. А потому именно нам док рассказывает про тот знаменитый тайный уголок стрелка, который известен нам по предыдущим частям сталкера. Док надеется, что мы найдем этого неугомонного, а заодно попросим его навестить деда по возможности. Что ж, видимо, придется сходить туда, куда обычно ходить неохота. Мамочки, помогите мне, сейчас будут делать летальный сосай. Но перед этим двум нашим товарищам необходимо выбраться с болота. Одно дело сюда зайти, а совсем другое дело выйти. И именно тут начались неприятности. Мало того, что была ночь, мало того, что твари везде нехорошие, это все фигня по сравнению с тем, что наши герои неожиданно нарвались на точку, где засели военные. Эти уроды, вместо того, чтобы хотя бы предупредить не подходить к ним, просто взяли да начали шмалять. Причем буквально первой очередью из пулемета они убили сухаря. Нет, сухарь! Сухарь! Сухаречек, ты как? Сухарь, ты живой? Скажи, что ты живой? Не, сдаешься, да. А сухарю вы шанса не дали. Чертовы вы зеленые пида... Эх. Какое же красивое небо. После похода на болото наш Микола обзавелся неплохим стафом, а именно особой курткой бомжа. Ну точнее, это не куртка бомжа, просто я ее так называю, потому что ее единственная задача — это хранить себе кучу найденного лута. Просто судя по моему стилю игры лутания всего подряд, эта шмотка просто необходима. Ведь передвигаться с передышками и бесконечным питьем энергетиков меня задолбало. Наш Микола уже реально стал энергетиковым пьяницей. Так, туристики, сегодня мы с вами пойдем стрелять зомбарей. Это как люди, только уже мертвые. Внутри, буквально пользователи Твиттера. Кто на мой Твиттер подписался, тот в реальной жизни поеб... Мда, в Таркове бы вас говном съели. Ныне Миколе пора бы двигать в сторону НИИ Агропром, а точнее в катакомбы под ним. Думаю, не было бы лишним напомнить, что место это жуткое и я даже сказал бы проклятое. Там все время творится дичь. Причем дичь становится все хуже с каждым новым модом. Сам Микола по натуре из людей пугливых и подобные места избегает при любой возможности. Но поскольку в этот раз от похода не отмазаться, он решает взять в напарники челика по имени Руслик и по кличке Подлец. Насчет прозвища не беспокойтесь, доверять ему можно, просто он в свободное время разводит людей на бабки, стримя с женским ви-аватаром. Микола с Русликом быстро скарифанились. Правда, причины стали не схожие увлечения, а схожие поводы для ахуя. Руслик, вот ты когда-нибудь пытался посрать после двух упаковок чудо мало? Это чё там так? А, Руслик, это прыгучая жопа меня чуть не... О, господи, а! Молодцы, не доставай меня! Ой, ещё и зомбари. Ща, подожди, я их с пистоля по ваншот... Чё? А где? А куда? Что за... За
Запомни, Руслик, в катакомбах нас будут ждать самые страшные ужасы, но нас они не застанут врасплох, ибо мы к ним. Бургер у меня пушку корисподнул! Я тебя ща ножом порежу! Чик-чик-чик, чики-брики, чик-чирик, хуй во рту и нож в кадык! Дебага его, лови момент кайфа! О нет, это голый агропромовский сосун! О, а это полулитровый гейст. Не знаю как вас, а меня до сих пор удивляет то, насколько меченый слэш-стрелок на деле поехавший. Умудриться сделать свое логово именно в таком месте сопоставимо тому, если бы вдруг Microsoft сделали свою штаб-квартиру на Донбассе. В итоге в логове оказываются документы, судя по которым можно понять, что куда бы он ни двигал, двинул он сначала к бармену. Честно говоря, об этом я и сам мог догадаться, ну да ладно. Бармен говорит, что, мол, да, был тут этот поехавший, да не один, а в компании нескольких таких же чокнутых сталкеров. Двинулась эта гоп-компания к ЧАЭС через выжигатель, бла-бла-бла. Кратко говоря, идти нам стоит следом. Правда, единственное «но» имеется. Выжигатель мозгов? А чтобы через него перейти, надо сначала к Сахарову, а потом... Короче, Микола понял, к чему это ведет, и махнул рукой. Ты как хочешь, Руслик, а в эту сранину влазить я не хочу. Знаю я этого Сахарова. Да никакой он не Сахаров, он сливой, самый настоящий, этот меченый такой же, сошедшийся, я не бы даже сказал, ябнутый. И пошли Микола с Русликом под лицом обратно в деревню новичков. Микола продал Сидору найденные документы, отдал нашивки бандитов и найденные по пути товар. Заработали они с Русликом, ух, много в общем. От такого навара мысли про всяких меченых и ЧС растворились, как чай в сахаре. На улице же время близилось к полночи. И именно в этот момент лично я в очередной раз подумал, эх, а какое в Сталкере небо.